я обіцяла, що гості будуть, вони в нас вже є. Давайте познайомимося, дозвольте, я представлюсь. Туана Зайко, організатор квесту, про який ми будемо говорити сьогодні, провідний бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Та Наталія Морква, завідувач відділу обслуговування імені бібліотеки імені Марка Кропивницького. Доброго ранку. Ну що, наближається святкування Дня міста. Цього року воно буде незвичне, тому що чиновники кажуть, що 2 тижні будемо святкувати, дуже насичена програма буде. Безумовно, бібліотека завжди от є така із перших, та, рядах святкування, завжди долучається, завжди придумує якісь заходи. От ваші традиції, от хотілося б спочатку дізнатися, а потім продовжимо нашу розмову. Да, день города уже в жизни наших николаевцев – это событие. Событие очень важное. И Центральная городская библиотека имени Кропивницкого всегда старается сделать его интересным, мероприятие подготовлено к этому дню. У нас существуют определенные традиции. Одна из них – это непосредственно мы приглашаем николаевцев на главную улицу города, на улицу Соборную, напротив Каштанного сквера, мы разобьем свой интеллектуально, так сказать, исторический майданчик, площадку. Она в этом году пройдет под названием «Николаевский феномен. Люди, события, факты». И, ну, скажем, по сложившейся традиции, на этой площадке у нас будет возможность пообщаться с писателями, с краеведами. Приглашаем николаевцев ознакомиться с роскошной литературой, с книгами, которые познакомят с историей города, с особыми людьми, которые приложили много сил для процветания нашего любимого Николаева. Также на этой площадке будут разбиты зоны рукоделия, зоны для любителей различных викторин, кроссвордов. Можно приходить с детьми, мы приглашаем просто приходить с детьми. Там будет представлена наша школа рукоделия, которая уже пользуется такой популярностью у николаевцев, в частности у деток, позволяет мастерить такие интересные вещи. То це буде як відбуватися? Ми приходимо, зможемо переглянути оці такі вироби, да, створені школи. Можна буде і посмотреть изделия, которые будут, ну, непосредственно, что прекрасно, принять участие в мастер-классах. Тобто будуть ще й мастер-класи. Так, конечно. Там будут мастерить наши специалисты, наши, так сказать, умельцы, разные обереги, разные, так сказать, элементы декора, которые очень нравятся нашим деткам, которыми они могут потом поздравить своих родителей. Насыщенная программа. Так, ну, разумею, что будет зона майстринь, еще какие зоны будут? Потом, непосредственно, мы уже не первый год приглашаем наших издателей принять участие в нашей книжной лавке, когда николаевцы смогут приобрести книги, вышедшие в николаевских издательствах. Как оказывается, очень многие книги на книжных полках домашних библиотек, они, ну, чем-то занимаются. Это же такая гарна традиція, да, вот я знаю, під час святкування придбання наших книжок, дійсно, я думаю, що це актуально буде і в цьому році, так? Так, і, звісно ж, ми традиційно знайомимося з новими услугами, які відкриває бібліотека для горожан. В частности, каждый год мы презентуем различные проекты, которые у нас вот в настоящее время состоятся, на которые мы приглашаем николаевцев. В частности, я хотела обратить внимание на новый проект, который совершенно недавно стартовал, буквально ему еще недели нет, и он нацелен на неформальное образование взрослых. В частности, на площадках наших... СУП, так и звали, да? Да, СУП – это отдельная часть этого же проекта. Он, можно сказать, состоит из двух частей. Вот СУП, так называемое самоорганизующееся учебное пространство, которое вы как раз обратили внимание, он нацелен на больше подростков 12-16 лет. А для их родителей есть интереснейший клуб ответственных родителей. Так, у нас навіть був вже ефір, так, присвячений, ми казали, так, про цей клуб, у нас були гості в прямому ефірі, дійсно. Да, ну, во всяком случае, непосредственно те николаевцы, которые или, возможно, пропустили, или еще не совсем ознакомлены с деятельностью этого проекта, они могут познакомиться на нашей площадке, которая будет возле Каштанного сквера. Это интереснейшие учебные, скажем, такие и творческие мастерские, которые помогут родителям, ну, скажем, расширить свои горизонты непосредственно общения и коммуникации со своими детьми и межличностного общения в семье, и непосредственно, ну, как говорится,
научиться эффективным коммуникациям, ликвидировать какой-то родительский ликбез, скажем, какое-то родительское незнание, если у кого-то еще подобные вещи есть. Ну, я думаю, будь-якої мами чи тата є якісь такі пробіли у комунікації, тому що це дійсно важко. І плюс інтересні тренери, які в цьому проєкті участвують, вони заслуживають окремого, так сказати, можливо, і дополнительного ще ефіру, або знайомства. Ну, я на цьому, мабуть, подробніше останавливатися не буду. Ну, взагалі, дуже насичена програма. Слухайте, я знаю, що ще буде родзинка до Дня міста, такий собі краєзнавчий буквест. Розповідайте, що це, на що чекати нашим містянам нашого міста. Ще одним таким интересним мероприятием, которое пройдет в честь Дня города Николаева, станет квест. Полное название наше такое достаточно интересное, загадочное, называется «Историко-краеведческий букквест. Николаевский феномен. Люди, события, факты». Это мероприятие будет проходить для молодежи, для николаевской активной молодежи, которая интересуется городом, историей города Николаева, которая хочет провести этот день интересно, познавательно, проявить себя, проявить какое-то свое творческое и креативное мышление. Я трішки зазначу, що від 14 до 35 років, так? Да, это наша зазначена, можна, да? Віковая возрастная категория, да. Должна отметить, мероприятие проходит при поддержке управления культуры и охраны культурного наследия, а также управления по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета. Нашими партнерами в этом мероприятии являются форум «Скамейка» и детский городок «Сказка». Значит, для того, чтобы принять участие в этом квесте, необходимо зарегистрироваться. То есть молодежь должна собрать команду, придумать ей какое-то интересное название и пройти онлайн-регистрацию. Зарегистрироваться можно непосредственно в библиотеке Крапивницкого по адресу Потемкинская, 143А, либо же зайти на сайт нашей библиотеки и пройти по ссылочке, выйти на анкету, онлайн-анкету, либо же страница Facebook. Давайте ще розбиратися, скільки буде команд, скільки буде учасників у команді, для того, щоб той, хто хоче взяти участь, зараз знав, на що орієнтуватися. Значить, ми приглашаємо, як ми вже сказали, молодіж від 14 до 35 років. Команду вони формують самі від 2 до 5 человек. Ну, достаточно невеличкие такие команды. Небольшие команды, чтобы было удобно им общаться между собой. Возможно, кто-то познакомится, найдет каких-то новых друзей в ходе данного мероприятия. Количество участников ограничено. То есть на сегодняшний день набор открыт, и мы приглашаем все зарегистрироваться, просто призываем спешить зарегистрироваться, потому что места есть, но их еще уже не так много. То есть уже достаточно кількість зареєструвалось. Да, да, но мы, конечно, еще приглашаем, еще места есть. Пожалуй, немаловажным будет то, что каждый участник, абсолютно каждый, получит приз, победители получат подарки, это будут эксклюзивные призы и подарки, которые нельзя будет ни купить, ни приобрести в любом другом месте, поэтому за них стоит побороться и стоит принять участие. И что сам включает квест? Это будет такая себе уличная игра, вот на что чекать участники? Да, с местом на уличную игру, да, это будет уличная игра, которая будет проходить по определенному маршруту. Это будет центральная часть города. Улица Соборная, даже мы она не совсем пересекается. Декабристов, Алеевская, Никольская. Старт квеста в районе шахматного клуба, областного шахматного клуба. И потом мы идем вверх до городка Сказка. Вот этот вот участок, он достаточно насыщен интересными достопримечательностями. И вот по этому маршруту будут проходить наши участники квеста и выполнять задания. Победителем станет тот, кто ответит на все вопросы, выполнит все задания и быстрее всех придет к финишу. Финиш 15:00 в Сказке. Вход со стороны областного дворца культуры. Ну, там початок о 12, да, будет инструктаж, напевно, 12:30 можно подходить и получить инструктаж, как-то может быть, все правила, правила, они есть, игры, правила живут, игры есть в интернет, но, конечно же, мы их напомним, проинструктируем, что нужно придерживаться определенных правил и дорожного движения, правил безопасности, чтобы все прошло хорошо и все были довольны. Но я думаю, что это станет такой действительно изюминкой дня города, и очень участники получат массу удовольствия. И, так, это цікаво. При подготовке получили массу удовольствия, заодно сознание города проверили, то, наверное, будет, так сказать, и молодежи интересно попробовать себя в этом. Тобто ви самі поки готувалися, перевірили свої знання, те, чого не знали. Тобто ви самі готували завдання, готували запитання. Завдання нам помогали готовить общественная организация форум «Скамейка». Это николаївські краєведи, які добре знають. Так, очень хорошо.
конечно, конечно, да. Вопросы очень интересные. Смекалка, логика пригодится. Я ще, коли знайомилася з вашою афішою, бачила, що там буде проведення пікнік-квесту для всіх учасників, і ще буде групове фото на згадку, так? Да. Когда мы встречаем участников, 15:00 у нас фініш сказки, мы организуем небольшой такой пікнік, в ході которого учасники могут пообщаться, отдохнуть, перекусить немножко, то есть мы хотим, чтобы всем было в этот день комфортно. Ну, треба ще мати сили для того, щоб цей квест пройти, так? Да, я думаю, що ми постараємося ще й розвлечь їх. Поки журі буде підбивати ітоги, так. Тобто, завдяки цьому квесту дізнаємося якісь нові історичні факти, да, можливо, я не знаю, попрацюємо в команді, нові друзі, тобто все це такий мікс, поєднання, да, так, да, буде в цьому квесті. Що ж, добре, чекаємо тепер 10 вересня, я нагадаю, що це буде 10 вересня, День міста. Дякую вам за те, що розповіли. Думаю, що саме такого подобного роду квесту стануть традицією, тому що от у країнах Європи, Америки це дуже популярне заняття, не лише на День міста. Я вам дякую, у нас в гостях була Світлана Зайко, організатор квесту, провідний бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Наталія Морко, завідувач відділу обслуговування цієї ж самої бібліотеки. Гарного вам дня, гарного складання квесту.